Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здесь у меня, там вот надо клубникой заняться будет. Наверное, завтра займусь. Потому что мне там одна женщина говорит, мне подстрой. Сегодня я привез им ей доски, 12 досок привез мне по 3 метра. Она говорит, завтра не приходи, послезавтра. Но как раз займусь клубникой. Вот, кабачки растут. Вот, бачок. Вот целая батарея здесь кабачков. Так, вот смотрите, кабачок, он рос-рос, видите, вот. Вот видите, рос-рос, а начал загнивать. Это кабачок неопыленный, то есть, если кабачок неопыленный, он начинает загнивать. Его надо опылять, то есть, утром, вот кабачиха, а вот пустоцвет. То есть, срываем, открываем этот самый пестик, то есть, здесь есть... Вот есть пестик, отрываете и опыляете там. Может быть, уже поздно, конечно, но все равно опылим. То есть стряхиваем пыльцу туда. С этого пестика там много пыльцы. Можно огурцы даже вот этим пестиком опылять. И помидоры тоже. Вот так опылили, и все. Даже одним пестиком можно пылить. Дофига. Так, здесь что? Здесь что-то ни хрена нету. Вот здесь вот тоже, наверное. Так. Здесь я цукини сорвал один почему-то. А вон еще черненький висит. Ладно, завтра. Короче, вот такой фигней можно опылять. Нужно опылять. А то будет загнивать, и он не будет расти. Он растет быстро. Видите, листья какие зеленые, да? Это я нетромофоской бы их подкормил. То есть столовая ложка на 10 литров воды. Потому что есть там 15% азота, фосфора и калия. То есть как раз нужно для зелени. Если в кабачках листья уже не такие зеленые, это нехватка азота. То есть вот можно на базе вот этой тыквы, видно, да, лист такой салатового цвета. Ему не хватает азота. Завтра я разведу, может сейчас разведу, полью. Там помидоры сажал, ну поздно. Этими пасынками. Ну там уже поздно, здесь ни хрена ничего не будет. Арбузы сажал здесь. Тоже нифига ничего. То есть арбузы нифига. Вот плеть. Вот она. И ни одного арбузика нет. То есть в открытом грунте арбузы не растут. Не пробуйте. Я здесь даже черную пленку натянул. Прироста никакого. То есть вот она, лоза вытянулась, а даже не, маленького завязи нету. То есть поэтому никогда не сажайте арбузы в средней полосе России, хоть на черную пленку, ни хрена не будет. Им тепло нужно. Они любят 30 градусов теплоты, хотя бы днем. А ночью пускай там градусов 15. А здесь бывает и меньше, 10 бывает градусов. Вот, понятно, да? Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока.